Это научная экспедиция. Забросить их туда, потом забрать. Просто полетаем. Расскажешь мне все, чего я не знаю. Или я вынесу тебе мозги. Эта планета не принадлежит нам. Эти древние создания обитали на Земле задолго до человечества. Я потратил 30 лет, доказывая очевидное. Монстры существуют. Не стоит врываться в чужой дом, если не готов к бою. Перед вами монстр из эпохи, канувшей в лету. Пришло время показать, кто здесь... Главный.